Всем привет, дорогие друзья! С вами Залиэл, и мы с вами наконец-то начинаем, так сказать, играть в Mirror's Edge Catalyst. Господи, вышла бета-версия, причем бету-версию мне дал совсем, блин, там незнакомый человек под названием Серега Иванов. Спасибо тебе, Серега, за такую игрушку. But Noah can't know. You owe me a lot of script, Faith. I expect you to deliver on your promise. К сожалению, ребят, я очень плохо знаю английский язык, поэтому видите как. Нет, конечно, могу перевести, типа. Где ты, сестренка? Прикольная, кстати, вот эта вот, так сказать, копирайтовская штука, бета, когда именно я записываю и с ником. Прикольно они сделали. Я, кстати, одно время, это самая лучшая игра, на самом деле, для меня, Mirror's Edge. То есть она номер один в моем списке игр, и я даже хотел татуировку. Ну, не под глазом, правда, а вот такую вот черную. Но что-то потом передумал. Совсем, ну, не очень она идет. Напомню то, что Catalyst это не вторая часть, то есть вторая часть еще должна быть, но непонятно вообще, ничего не говорят про нее. Вроде как она даже уже закончена. Вот. Плюс говорят, что здесь будет именно онлайн, что можно будет соревноваться, бегать так прикольно. Но как это будет реализовано, я еще даже не знаю. В плане, ну, что такого интересного, да, пробежал ты туда-сюда. Это, мне кажется, на день, на денек. Вот. Если, конечно, там придумают различные... режима игры. Сейчас, наверное, вы напишите в комментариях 100%. Да когда же он заткнется? Он мешает там к оценкам. Хорошо. Хорошо, ребят. Я услышал вас, прикиньте. Телепатия. All the major corporations operate here, and so there should be ample opportunity for you to find new employment and lead a happy and productive life. Отлично. Rare second chance. Make sure not to squander. Офигеть, ребят. Ну, в принципе, не так уж все изменилось, вот что я вам скажу. То есть, к оценке-то... Но, а геймплей совсем другой. Так, да... Прикольно она. Так. Здрасте! За что? Я ж не тронул вас! Короче, не тронул, ладно. Я уже, видите, вживаюсь в роль. Как бы Фейт. Наша Верочка бедная. Черт. Ладно, ладно, я вас не буду трогать. Хорошо, папуасики. Нас высвободили, блин, что-то я уже, у меня же язык даже не работает. Короче, освободили. Так, отлично, мы знаем теперь, куда идти, красный. Опа. Эй, ты, убираемся отсюда. Ну, давай, дай пройти ты, пожалуйста. Типа, не находись здесь, пойдем. Я Икарус. И может быть кто угодно. Или ты можешь... Возьми это. Возьми. Соедини. И я с тобой свяжусь. Твою дивизию. Господи, мы еще и обдолбанные наркоманы. Мы что-то не нюхнули, что ли? Охренеть, смотрите, что вообще происходит? Господи, что происходит, она говорит. Действительно, я вообще ничего не понимаю. Смотрите, нам показывают здоровье, нам показывают камера. Куда ты пошел-то, а? Профиль.
Неавторизированное написано. Офигеть. О, прости, я совсем забыл. Дать тебе гритлин. There you go. You're off the grid. Now they know you're gone. Time to get off the ground. Ну, твою дивизию, зачем добавлять столько мыла? Я не знаю, честно, зачем это сделали? Ух ты. Ни хрена! Да, такого не было. Это точно я вам скажу. В первой части. Чтоб она вот так вот аж прыгала. Так, типа избавься от своего хвоста, он говорит. Спасибо. Да, видите, за нами уже погоня. Крюгер. Короче, охрана Крюгера. Эй, стоять! Тут все контролируется. Я понял. Хрена! А, так, да, забыл совсем, забыл. Офигеть. Так, я внутри, что мне дальше делать? Короче, какой-то warehouse. Наверное, где безопасно, туда нам надо идти. Напомню проект Икарус. Ну вот про него-то как раз и говорят. Про бегущих. Что на нас тренируются, так сказать. Yeah, Dogan set her up with a fake grid print when they took her. I transferred it to her B-Link as insurance. I'll come in handy later. Офигеть, я уж совсем забыл, ребят, как тут все офигенно. Ну, наверное, видно, что у меня, так сказать, на лице радости-то особой нет. Вот, потому что, во-первых, все на английском, я, сука, не могу даже перевести. Я, конечно, знаю английский, но не настолько. Я ж французик. Да твою дивизию! Папуасы! Уходим отсюда. Так, сейчас еще стрелять поди-ка будут. Так. Отлично все. Блин, папуасики не туда свернули. А чё ж не подсвистилась? Подсвистилась лестница. Не подтви... Слушайте, тут намного стало удобней. Вообще намного. Мне что, сначала тебя надо уработать или... да почему? Нафига? Блин. Раньше я мог спокойно так проходить. Just follow the red, and I'll meet you at the tower. Let's go. Блин, удобно, время даже показывает. Так, понятно, весь... А, вот как подсвечивать все. Блин, стало намного вообще удобней. Намного. И вот, смотрите, как она перепрыгивает. Офигеть просто. Просто офигеть.
Да можно даже вот так вот быстренько как-нибудь комбинировать здесь. Не-не-не-не-не, да что ты оглядываешься-то, блин? Первую часть не оглядывалась, когда я помню, первый раз на трубы все показывали эту демонстрацию. Вообще всем. Говорили, супер-мега игра крутая будет. И это и вправду и так и было. Стало. Смотрите, тут просто надо держать. Вообще стало намного легко. Особенно, когда приземляешься, Ctrl надо именно нажимать в одну. А тут просто зажимаем, все. Я уже не говорю про драку с охранниками. Это вообще нечто. Там подсказывают тут везде. Ну, в общем, знаете, ребята, это охренительно. Это просто охренительно. А, ну да, конечно. Конечно же, надо вот так вот. А я как мудель. Ай. А хотя, какая разница? Можно и так. Чё я туплю-то вообще? Я вообще не понимаю. Можно по-различному вообще комбинировать. Но, по крайней мере, перед части я там так добился успеха, что вообще очень быстро прохожу. Где вот тренировка, тренировочка, ребята. Серьезно? Уже не подсвечивается, ах вы, маленькие братишки. Who are you, anyway? When did you join the Cabal? About a year ago. Well, I grew up with them. So how about you cut me some damn You also got caught and caused a whole lot of trouble for Noah. You don't know what happened. I know enough. And I know that I'm faster and safer than you. Faith, are you at Orion yet? I'm here. A bit crowded with new guy and his ego. Knock it off, both of you. Look, we are out of options. The only way out is through the Everdyne Tower. And with Kasek there, you're gonna have to fight them. Icarus, upload the combat mod to Faith's beamlink. All right, done. Good. Faith, use the mod to freshen up your fighting skills before you go on. I was hoping it wouldn't come to this, but looks like we don't have any choice. Don't worry, Noah. I can do it. I know you can. Нифига я его. Ну, конечно, промыл. Я ничего не буду вот про это говорить, честно. Просто не хочу. Ага. Понял, просто толкание. Угу. Так, типа, больше, намного больше дамага. Нормально. Он сейчас хорошо обучает. Так, двоих. Нормально, ну-ка, погодите. Так, первый раз я так же сделал, не? Или что-то не так пошло? Что-то пошло не так? Сука. Разбежимся. Нормально. Вообще хорошо. Отличный удар. Вообще шикарно. Куда дальше? Тихо-тихо-тихо-тихо, я уже мудилю. Как обычно. Нормально. Я уж тут, знаете, вот так вот погружаюсь в процесс игры. Ну, конечно. Я просто забываю, что здесь именно надо держать, ребят. В этом проблема.
Офигеть, она просто допрыгивает. Я думаю, в чем проблема? Так, ладно, продолжаем. Я готова. Конечно, ты готова. Наверное, ребят, вообще странно видеть то, что я такой, так, можно сказать, как профессиональный игрок в Mirror's Edge вот так вот фуфелю, да? Но для меня реально тут все по-другому, вообще все. Вот что сейчас меня мотивировало, что я... а почему назад нельзя? Это что за новые техно... Она не хочет, она просто не хочет, она не умеет так прыгать от стенки. Что за бред? Не понимаю. Вообще не могу понять. Отлично. Вообще хорошо. Я просто поражаюсь. Да мы можем просто их вот так вот и все. Конечно, мы можем просто их вот так вот. Нет, слава богу, можем. Я уж думал, надо сначала. Да, да, я Муди. Я фуфел. Сука. Еще тот. Знаю. Можете даже не говорить. Вот я, браток. А вы Red... Red the Size? Что? Red? Крыса? Так, да, я помню этот момент. Здесь два братка. Куда ты воюешь? Куда? Она... Такой охранник смотрит. Что такое? Что происходит вообще? Неужели? Неужели все как по плану пошло? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Офигеть! Как не стыдно девушек бить! Да еще так больно, офигеть! Слушайте, Фейт намного красивее стал, намного! Черт! Возможно, выжила, конечно. Еще бы она не выжила, а. Так, это мы вернулись с вами сюда же. Так. Используй так, ну, чтобы получить доступ к крыше. Ага, по трубе. Вот так вот я помню было. Да, кстати, ускорение работает это. Намного быстрее она, кстати, ползет. Ну, это приемчик с первой части. Вот так. На 70 градусов примерно. Мне интересно, а здесь будет свободный город или как? Вот это мне интересно. Это как линейка или нет? Мерсейджка. Здорово. Да, я тоже засмотрелся. Офигеть.
Типа, ты дома. Ладно, ребят, если вам понравилась эта игра, понравилось мое, так сказать, прохождение фуфельское, вообще фуфельское-прифуфельское, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами был Залео. До скорой встречи, дорогие друзья. Bye. Bye.